розпочинаємо прес-конференцію. Участь у ній приймає гравчиня ВК «Прометей» Віта Глебець. Віта, вітаю вас другою перемогою поспіль. Ну, будь ласка, ваш коментар з Я також вітаю всіх з перемогою. Дякую Вінниці за гру. Що хочу сказати, що Вінниця команда також нелегка, вона індивідуальна, кожна сильна сама по собі, кожна має якийсь стандартний кидок, трихочковий, тому недооцінювати їх також було не потрібно. А сьогодні, скажімо так, наш процент трихочкових трохи хромає, так що будемо над цим працювати. Це все, що я можу сказати. Спортивний директор ВК «Прометей» Кирило Вадимович Вишаков. Кирило Вадимович, друга гра, ваш коментар. Ну, правильно сказала Віта, что мы не потренировались, не имели возможности тренироваться несколько дней. И чувство мяча вот где-то оно стало уже немножко не такое, как было до этого. Сейчас вот команда после игры сразу приступила к часовой тренировке. Завтра с утра тренировка, послезавтра тренировка. И будут действительно заниматься именно этими моментами, чтобы мячик в кольцо попадал. Как хорошо команда может не играть, двигаться, защищаться. Когда ты выполняешь такое еще действие, оно определяет окончательный счет. Очки начисляются за забитые мячи, а не за красивые передачи там, и так далее. В этом плане у нас, конечно, был недостаток. Чувствовалась немножко несвежесть, но мы предполагали, что после наших всех выезжей так будет. В некоторых моментах где-то просели ноги, да, вы видели, кто-то упал там на пол. В то время, когда нужно было активно перемещаться. Ну, можно на это как бы закрыть, наверное, сегодня глаза, понять это по-человечески, но с другой стороны, конечно, нужно работать так, чтобы при этих всех нагрузках, чтобы игроки были готовы. Потому что что такое Еврокубок? Это три игры практически подряд. Что такое европейские турниры на сегодняшний день? Это собираются команды, три игры подряд играют. Нету такого, как мы раньше на одну игру приедем, потом день выходной или там неделя до следующей игры. Нужно жить в нынешних реалиях, нужно к этому готовиться. Кирилл Владимирович, вчера вы говорили, что девочки должны были работать кое-какие моменты по защите. Сегодня вы те же акценты? Нет, сегодня не получилось. Вот сегодня состояние девочек было такое, что мы не имели возможности, грубо говоря, заниматься следующими шагами, которые должны быть. Это хорошо и плохо. Это та проблема новой команды, которая создается. Ну, те команды, которые по 2-3-4 сезона в своем составе играют, там все вопросы уже отработаны, и всем понятно, какие требования, как поступать. У нас, к сожалению, времени особо не хватает. Вот сейчас эти турниры, потом сборная, девочки уезжают, потом опять большое количество игр. Ну, значит, будем выходить меньшим количеством, набором опций, которые применяются в игре. Пока что так.